Всем привет! Это очередные покупки с сайта AliExpress. На этот раз я купила акварельные краски Gansai Tambi. Они приходят вот в такой вот упаковке зеленого цвета. Единственное, видимо, они когда заталкивали в почтовый ящик, как-то очень помяли крышку, но сами краски они не пострадали. Было упаковано достаточно хорошо, пупырчатые ленты, несколько слоев. Вот сами краски, они идут достаточно яркие. Я взяла набор из 36 цветов. Очень много красных, зеленых. Очень понравились цвета, которые идут с перламутром, с золотым таким, золото различных оттенков. Здесь, допустим, я сделала выкраски цветов. Вот так они выглядят на акварельной бумаге. Но лично мне как-то очень ярко для акварели, но в основном вот эти краски, они подходят для каких-то иллюстраций. А я брала их для раскрашивания штампов и именно для того, чтобы попробовать что-то как фоны в открытках. Очень красивые фиолетовые оттенки. Вот эти цвета очень мне понравились. Достаточно много красивых оттенков, но есть такие, которые прямо ядерные. Допустим, вот этот и вот этот очень уж какие-то яркие, неестественные цвета. Коричневых очень мало оттенков, но обычно коричневые создаются, если это акварель. Вот эти цвета коричневые. Сами эти куветы, они достаточно большие, но самой краски там тоже не так уж и много. Плюс пигментация этих красок, плюс по цене они достаточно бюджетные по сравнению с другими красками, допустим. И минус этих красок в том, что они вот именно в таких вот больших кувертах, и очень неудобно их, если брать куда-то. Лучше бы они были в чуть маленьких, более полных, но так, чтобы было удобненько их как бы взять, а не прям на целый стол. Но это такой небольшой минус. Также с AliExpress я заказала вот такие вот кисточки различные. Вот эти кисточки мне понравились. А вот эти кисточки отдала детям. Вот эти не пробовала еще. Различные кисти. И я в основном пользуюсь вот такой вот кисточкой. Открывается. У меня тут достаточно много. Вот они идут с наполнителем для... Что-то не открывается. Я брала именно с... Оно мне не закрывается, не знаю. Надо здесь что-то вытащить. Я брала именно с тонким. У меня есть средний, есть большой. И вот я взяла с тонким кончиком. Очень удобные кисточки. Вот эти мне очень нравятся. И вот я хотела показать еще на штамповках. Раскрашена, вот этот раскрашен акварелью Gansai Tambi, вот этой акварелью, в принципе, вот так получилось у меня тыковка. А вот этот пример раскрашен дистрессами, обычными дистрессами, дистрессовыми подушечками. Вот. В чем разница? В том, что вот когда дистрессы смешиваются между собой, получается грязь, как бы. Они тоже очень красивые для раскрашивания, но когда они смешиваются, получается какая-то грязь. Когда акварель, нет такой грязи. Ну, два примера дистресса, и это пример Gansai Tambi. Более такие яркие, конечно, у него цвета. На сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.